куда? You're alive. Yeah. Привет, Николай. Приветики. Как твое ничего? Пытаюсь настроить эта игра, это просто бред. В плане производительности и оптимизации. Надо с мышкой разобраться. Где моя мышь, которая это делает? Без обработки RAW. Настройки Windows. Direct Input. По-моему, эту фигню надо выбрать. Рвет картинку просто. Понимаю, я тебя понимаю. Блин, опять вот эта хрень началась. Ну, как это бесит. Неужели надо перезагрузить игру, чтобы оно... Как это бесит. Господи. Все настроено было. Стоило мне это самое. Разогнать немножко карту, и начинается вот это. Сглаживание мыши. Я не помню, что она делает. Честно. Так, от первого лица я бы чуть-чуть бы увеличил. Так. Здесь не надо перезаряжать игру. Все равно срывает картинку. Господи, да блин, мы ж убирали это в прошлый раз, работало. Боже. Наверное, надо ее перезапустить. Сейчас еще одну вещь гляну. Я настроил, наоборот, картинка лучше, но у меня полетела эта фигня, которую мы в первый день настраивали с мышкой. При повороте мышки, либо джойстика, если ты на джойстике играешь на геймпаде, то срывает картинку. Ну, это особенности Red Dead Redemption. Привет, Дим. Картинка стала лучше для стрима, намного. Я выиграл 20% как минимум FPS. Точно оно было не здесь. Точно было не здесь. Сейчас еще раз попробую. Наверное, может, мне надо перезарядить просто стрим. Вроде бы я запускал без обработки RAW, и оно работало. Так. Но я только что делал, она не хочет.
Чит-коды. Какие чит-коды? О чем? Ну это бред. У меня было то же самое, когда я только-только вошел в игру. Я думаю, стримить ее, не стримить. И вот такая вот хрень. Когда уже Rockstar научится переносить игры на компы? Либо с кем они там работают, я не знаю. Я говорил не стримить ее. И начинай. Прикольная игрушка, я тебе уверяю. Я не люблю эти ковбойские штуки, но заходит. Настройки Windows. Без обработки это вот так вот. Окей. Direct input. Не помню. Блин, самое интересное, что вчера было все нормально вроде бы. А, сейчас еще одну вещь использую, попробую. Ты же был на стриме вчера. Или когда это было? Вчера или позавчера? Вчера. Пойдешь? 16 по МСК. Будем ломать игру, короче. Буду запускать 2-3 раза. На Фазму? На Фазму, а там договоримся про Винтер. Ты с Гришей еще не играл? Из нашего Дискорда. Пропускаем все к черту. Фазму? Угу. Почему? Почему будешь молчать? В Винтере тоже общаться нужно. Не молчи, Дима, не молчи. А как же Энди Гарсия? Show yourself. Так. У меня не вулкан, у меня DirectX стоит. Надо еще раз поменять. Говорят, это помогает иногда. Сори, ребят, такой фигней занимаюсь. Охотой займешь? В смысле? Мы же команда. Ты что? Я там много чего интересного тоже посмотрел, но не знаю, стоит ли об этом это выносить. Ну да, мы команда, мы банда, да.
Соло-гейминг в таких играх? Мне интересно, когда игра увлекает и соло, она рассчитана на соло, и хорошо заходит поиграть с друзьями. Это ж классно. После того, что было в школе, я уже не помню, что было в школе, видишь? Я уже забыл. А, то, что ты меня подставлял? Ну, зря ты напомнил. Зачем ты это сделал? Зачем? Охота на живца была прикольная, да. Но я сам виноват. Я обычно ни на кого не полагаюсь. А тут, видишь, команда прежде всего. Я верил тебе. Я верил. Блин, я столько интересных этих самых из нашего русского кино накачал рингтонов там, ну, коротеньких фразок для стрима. Но, бляха, мне будет сложно ее запустить на комп, на игровой. Надо все переделывать. Потому что миксер у меня стоит на стриминговом. И все эффекты там. Уже, наверное, когда вниз перееду. Там знаете, что есть? Сейчас вам поставлю. Ну вот, она и подошла. Я хотел, чтобы без нее это произошло. Настя, я вчера накачал много интересных вещей, но я не могу интегрировать, чтобы вы слышали. В стрим я могу, но чтобы вы слышали, если в Фазму будем играть. Знаешь, типа вставочек. Надеюсь, оно будет не очень громко. Помните Настю, которая читала нам постоянно, что у нас? Господи, я даже подписал ее и не нахожу. Лёля. Что у меня с голосом? Да не знаю. У меня полетел мой усилитель, и я сейчас на других немножко настройках. К концу недели новый микрофон, короче, беру. Пошел этот микрофон в одно место. Должен прийти микрофон. Так, у меня исправилась эта штука. Слушайте, ну это просто бред какой-то. Ну что это за срывы такие? Все же было хорошо. Ну я в шоке, если честно. Пипец. Так, я не нахожу. А, во, нашел. Внимание, внимание! Объявляется посадка в самолет Ту-134, следующий рейсом 392-м по маршруту Москва-Ленинград. О май гад! Настя, это твой голос.
Я не могу это интегрировать. Я не могу это интегрировать в этот самый, чтобы вы слышали прямо на стриме микрофон. Мне надо переносить миксер на другой комп. Но это так ржачно. Все, кино не будет. Электричество кончилось. Новую игрушку. Да, она всегда была. Просто я... Надо реально подходить к этим вопросам каждый день. Перед стримом на каждую игру можно всякой ерунды такой. Вот этого у нас еще не было. Чего надо? Явился, неждан, незван. Повернул избушку, разбудил старушку. Эх, молодежь пошла, чему вас только учат? Не, на фазмофобии можно кучу всякого найти интересного. Слушай, что такое, а? Поговорить хочу, а ты убегаешь все время. Зашли, да. Не, фазма обалденная в этом плане. Профессор, конечно, лопух, но аппаратура при нем. При нем. Как слышно? Как слышишь меня? Пожалуйста, большое спасибо. Аппаратуру не забудьте с собой. Фазма классная. Блин, я не понимаю, что у меня произошло с Red Dead Redemption, ребят. Это рингтоны. Я не думаю, что они... Настя, это рингтоны, обработанная музыка. Я не думаю, что она будет баниться. Не понимаю, ребят. Direct input нет. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. О! Работает. Работает, ребят. Срывов нету больше, да? Или все-таки есть? Вроде бы поменьше. Уже моя мышка, скорее всего. Не, вроде бы поменьше. Не, блин, есть. Ух, как она бесит, эта игра, вы бы знали. Все ж было круто, зачем? Пипец просто. Вот только что ж было нормально. Чего тебе нужно? Чего надо? Поле зрения от первого, Макс.
Выравнивая камеру, зачем? Ай-яй-яй. Может, в контроллере это? Ну, вряд ли. У меня же контроллер того этого. Ну, это пипец. Нет слов. Придется разбираться, пойду, наверное, в этот самый... Alien Isolation зайду. Не, есть еще вариант один. Так. Но я не думаю, что это. Можно мне... Вот игра... Хрен, она сейчас еще и зависнет. Да ты смеешься. Боже. Ну, конечно. Да. Короче, ребят, я тогда перезагружу это все дело. Та-дан-тан-тан-тан. Отлично. Кошмар. Только с этой игрой это происходит. Жесть. Просто жесть. И чё? Так, окей. Перезагружая к черту комп. Меняю название стрима, ребят. Пойду в Alien Isolation, пройду хотя бы полтора часика. Что, Настя? Как думаешь, сегодня у нас получится? Так, вроде пошло. Фазмофобию зайти. М-м-м.
Ребят, название поменялось. Сейчас вроде оно меняется очень быстро. Нет? Наташ, привет. Пробовал запустить Red Dead Redemption, и оно мне не идет. Поменялось на Фазму? В смысле? Не, игра сама. Игра под стримом. Не обманывай меня. Пойду бояться на полтора часика, ребят. Где-то так. Так, где оно? Где ты? Где она? Вот она. Играть. Нажми F5. О боже. Осторожно, уши. Уши, уши. Так. И да, у меня что-то... Голос должен быть металлический. Из-за того, что у меня сейчас нет возможности настроить по-другому. Ну что, кричать бояться? Или все-таки пройдем игру? Кстати, по поводу, как мне Ален обалденный. Ты уже видел, Настя, я иногда поигрываю в Star Citizen и, наверное, буду заходить туда больше. Мне это напоминает очень сильно вот погружение в Star Citizen. Также здесь. Ты чувствуешь, что почему ты здесь и зачем? Ну, я совсем недавно, сколько там минут, мы, наверное, 10 только с чужим на одной территории. Сома мне меньше понравилась в плане мобов. Очень понравилось по сюжету, но меньше понравилось в плане мобов. То есть вот то, что здесь есть в этой игре, вот это погружение, там оно тоже есть, но когда надо обходить мобов, обходить, пробегать, мне эта часть игры не понравилась. А Outlast не пойду, не. Не-не, они ж разные. Star Citizen так вообще это песочница. Outlast, ну к черту. Это не мое. Антон Рубильник, который со мной Star Citizen играл вместе, он мне предлагает пройти... Блин, как же его? Обсервер. Ну, по идее, там тоже как бы специальная весточка. Мысли начать. Давай продолжим. Ребят, нам еще Last of Us перепроходить. Вы чё? Мне хватит этого всего. Блин, надо клавиши вспоминать.
Так, присесть. Ctrl, вправо-влево. Выглянуть. Уткнуться лицом. Спрятаться. Yes. Все. Я Green Hell еще не допрошел, да. Кошмариков вчера начали. Очень понравилось. Little Miss Кошмарик. Dark Pictures. Слушайте, даже фазмофобия — это просто открытие для меня в плане того, что я в это пошел. Но я пошел только потому, что компания есть. В одиночку я в это не играл. Господи, вот я... Что? В Last of Us я хочу пойти на английском. Это просто... Игру не слышно? Ага, сори, ребят. Сейчас все будет. Вы не слышите игру? У меня звук есть. Серьезно, не слышите игру? Стойте. Подождите. Шипящая рабовозит игру? Господи, что не так сегодня? Спасибо. Что не так? Звук стоит. Звук оттуда стоит. Сейчас, когда я делаю рабовозит. Давай, давай. Сейчас нормально, да? Сейчас. Странно. Очень странно. Сейчас норм, да? Сейчас попробуем зайти. Да господи, нет. Продолжить. Сейчас все норм. Все норм. Спасибо. Привет, Ваня.
Зачем я сюда пришел? Я абсолютно не готовился в эту игру играть. От слова совсем. Кошмарики? Будет фазмофобия. Кошмарики, я думаю, завтра уже. Я сегодня проспал, не знаю сколько, часов 14, наверное. Что-то не очень. Генератор звука. Это же шумелка, да, которую можно обманывать. Дайте кофе, ребят. А, нет, это горячая еда. Стоп. Генератор звука. У меня есть на него, да. Блин, не хочу шприц тратить, на самом деле. Ладно, пофиг. Аптечка у меня есть. Взрыватель. Как он долго сводится, классно. Кошмарики вам понравились? Те, кто не знает игру. Я смотрю, так вы уже все знаете эту игру, я один ее не знаю. Мы вчера сломали кошмариков. И всем советую, посмотрите фильм Little Miss Sunshine. Просто обалденный. Там уже продолжение даже вышло, по-моему. Нажмите. Что? S? Почему S? Господи, зачем мне так усложняют? Давай, давай, Настя, спасибо, что забежала. Привет, Антон. Приветики. Мандалорца смотрим в субботу. Давай. Почему бы нет? Как полетал вчера, Антон? Нет. Да. Господи, это тоже так работает? Прикольно. Пирожок, пирожок. Ясненько. Блин, не отвечает мне мой друг. Постороннему вот сюда, причем уходите. Я должна связаться со своим кораблем. Господи, я испугался. Наверняка есть обходной путь. Напугал ты меня, козлина. Не вмещающие предметы можно распаковывать по крафту. Распилить по крафту. Ну да. Но у меня, видишь, у меня нет уже шприца. Звуковой генератор сделать. Но я не помню. По-моему, там нету. Сейчас гляну. Этанол.
Видишь, это тоннел не нужен здесь. Или он может использовать, например, стой. Где этанол используется? В аптечке, скорее всего? Нет. Где вообще этанол используется? У меня он нигде не используется, если честно. А, то есть можно использовать деталь. И останется только одну? Да ладно. А, он ее положит сюда. Не знал. А вот сейчас он не использовал, подожди. Аккумуляторы. Допустим. А сколько их можно вообще держать? Давайте сделаем. Ну, я понял, да. Ну, то есть можно, в принципе, даже если тебе не хватает одной части, забить его, да? Вот, например, клей я могу достать и нажать на... А, он его будет... Он его туда закинул. Чтобы быстрее потом делать. Наверное. Ага, ага. Окей. Так, здесь у нас вот эти дядьки. Вход воспрещен. Но я думаю, мы с тобой сейчас разберемся, родной. Как тебе попасть? Да, и по поводу того, что мне вы говорили в прошлый раз, что лучше идти на сложном уровне, потому что карту не показывают. Блин, я карту вообще здесь не смотрю фактически. Мне нравится лазить повсюду и самому все вынюхивать. Это сложно! Как это работает? Не понимаю. Да, господи. Так, это нужно на взлом или на все-таки на сброс? Не понимаю, в чем проблема? Надо же попасть в эту штучку. Ну да. А, я на не на ту... Я не на ту клавишу нажимал. Ну, короче, забей. Батареек для фонарика у меня полно. Это звуки. Так, мы сейчас к дядьке полезем, мне кажется. А можно будет его вырубить? Кстати, батарейки меняются автоматически? Вход лифт посторонним запрещен. Это я, Хьюз. Не узнаешь, что ли? Так, по-моему, сейчас начнется. Роботы станут агрессивными, да? Слушай, я должен восстановить дальнюю связь. Станция в опасности. Прекратите истерику. А ну прочь с дороги. Ай-яй-яй. Давайте по-хорошему. Ну. Все очень плохо. Роботы не должны атаковать. Здесь будет ответ на это, ребят? О, господи. Они не должны атаковать. Будет, да? Окей. Робот, синтетик, одно и то же.
Так, ну что? Я буду их убивать. Ух ты, это сканер? А можно его убить? Наверное, нет. Его можно отключить. Нужно роботам, чтобы их грохнуть. Я хочу проверить. Так, надо поторопиться. Да ты гонишь. Ты у меня поможешь. Да господи, на этом уровне вот такое. Пока. Бесит. Ладно, сам виноват. Не нажал на перезарядку. Окей. Давай. Да, господи, нажимай уже. Игра. О. Нужно комбить. Я хотел попробовать. 4 патрона или 5 в голову, это много, конечно. Это очень много. Так. Почему ящиков нету? What the hell? Что сейчас написали? Не подсказывай. Не-не-не, я ничего не успел. Да фиг с ним. Не, не успел. Либо не обратил внимания. Ну, блин, все ж не успеешь. Согласись.
все не успеешь. У меня и аккумуляторов. Так, придется что-то делать. Окей. Делай. Так, аптечку мы не можем сделать. Но клей можем забрать. Этанол мы не можем положить. Окей. Но аккумуляторы можем. Так, роботов придется обходить, я понял. Это я не заметил в прошлый раз. Хьюз. Я должен восстановить дальнюю связь. Станция в опасности. Прекратите истерику. А ну прочь с дороги. Ай-яй-яй. Давайте по-хорошему. Ай-яй-яй. О, господи. Так, подождите. Коля, то, что ты говорил, у них вот этот резист, это тоже по лору потом объяснят? Что они к твоей атаке привыкают? Это же скрытая информация, если так подумать. Шигаркус. Шигаркус. Спасибо тебе. Привет. Тогда зачем вы мне рассказываете эти вещи? Не рассказывайте. Ну, буду я его долбить, ну, своим опытом. Не рассказывай. Я просто к тому, что ты сейчас сказал инфу, которая, ну, блин, она должна быть по истории, сторителлингом объяснена. Почему они, если я им стреляю, они привыкают к моей атаке с револьвера? Если я их бью, они, у них что, резистанс появляется? Откуда это? Вот именно вот эта часть, чтобы она была объяснена. Так, ваше сообщение. Сообщение отправлено вам с этого терминала. Обнаружена конфиденциальная корпоративная информация. Данное событие отмечено в журнале Apollo. По поручению компании Sixon. Если у вас есть вопросы, обратитесь к своему непосредственному руководителю, либо ближайшему андроиду Sixon. Да, к нему мы точно обратимся. Файл поврежден. Глаз Аполло. Рикс, ты до сих пор работаешь в центре связи, а помнишь, что с тобой случилось в том году? И как я тебе тогда помог? А, я тебя не понял. Окей. Игра слишком темная? Так.
Один из моих коллег разбирался в документах и нашел там пару косяков. Он новенький и не понимает, как у нас делаются дела на Севастополе. Грозится рассказать обо всем Уэйтсу. Уэйтс — начальник охраны, по-моему, да? Это для всех нас может плохо кончиться, поэтому я хочу, чтобы ты за ним присмотрел. Может, всплывет что-то интересное. У Аполло везде камеры. Надо только указать ему, куда смотреть. Парня зовут Дэвид Халдин. Живет в апартаментах для руководящего состава Джазая Сик номер 651. 651. Если все пойдет как надо, я тебе подкину работенку. Мы тут все почистим. Окей. Так, надо камеру, наверное, вырубить, да? Отсюда. Ух, как это сделано странно. Вот я сейчас выжимаю. Блин, чтобы он вышел. Он выходит вот отсюда. Чё за хрень? Ага. Я просто здесь узнал код. Больше ничего. Окей. По мне так гамма, по-моему, даже выкручена сильно. В белое. Так, мне еще то что-нибудь нужно. Мне нужно камеру отключить, правильно? Подождите, он уже сюда идет. Нет. Fuck it. Это не камера. Пожалуйста, игра. Не делай этого. Пипец. Вот что мне здесь нравится, насколько я вижу сейчас, что нет вот этого скрипта, что ему обязательно надо пройтись. Он стал там свои дела делает. То есть не обязательно прятаться в шкаф там каждый раз, если тебя убивают. Делать одно и то же. Ну давай. Все закриптовано? Нет, то, что он сейчас стоял, мне нравится. То есть они перемещаются одинаково везде и всегда? Да ладно. Центральный узел связи Сикса. Вход только для сотрудников. Торренс. Там только хозяйка осталась, то есть мы двоих потеряли фактически. К черту карту, не буду смотреть карту, короче. Разберемся и так. Thank you.
Да господи. Мне на сенсор нету ничего. Плана еще никакого. А где он? Сенсор. Смотрите. Делай. Аккумулятор, сенсор. Да, вроде они не лезут. Не, ну... Просим обратиться в ближайший вагон. Не, мне вот именно вот эта часть нравится, что вот можно постелсить. А там посмотрим. Один здесь. Блин, а как вызвать этот самый датчик? Кстати, они на датчик не реагируют? Я не помню, как вызывать датчик. Прибор слежения. Чего? Да ладно. Окей. Что-то я вроде делал. Не надо ничего менять. Ага. Окей. Люки на полу, да, вот этот вот, я помню, да, я видел, на Стримченских. Блин, ну, хочется пройти повсюду, полазить. У-у-у. Хочется все исследовать, все забрать. Здрасте. Абола и Андрой Сиксон вместе работают на благо станции. Так, сверху, в принципе, свободно, да? Меня не заметит, пока он работает. Или лучше подождать? Не, наверное, лучше подожду. Вываливай отсюда.
Сиксом вместе к свету будущего. Так, я не знаю, зачем я сюда иду. Блин, красивое место. Я слышу. Я тебе отвечу сейчас. Дай мне времечко. Чувак. Там явно чувак. А! Не хочу. У меня его нет. У меня нет прибора слежения. Здрасте. Забудьте про него. Блин. Стоп, а с этой стороны он сейчас насквозь пройдет, интересно? Щит. Кто тебя убил? Почему его нельзя полутать? Так нечестно. Ох ты, мазафака. Нахер. Да буду я его смотреть, буду. Просто мне хочется осмотреть полностью территорию. Когда я запутаюсь, когда мне будет это реально необходимо, я его буду смотреть. Пока я... Такой необходимости ты не чувствуешь, когда ты еще более-менее смотришь по сторонам. Для погружения, ребят, для погружения. Я еще на кнопки должен научиться нажимать, видите? Так, здесь больше ничего нет, кроме вот этого блока.
Я с блоками еще с этими не разобрался. Козлина. Как он умер вообще? Сигнализация, доступ к дверям. Окей. То есть мы берем вот так. Сначала вот так. Питание камеры вот так. Освещение пусть будет. Доступ к дверям нужно 2. Включить. Правильно? Что вообще здесь? Что это за звук такой? Понимаю. Да куда идти неинтересно. Куда идти ты найдешь? Согласись, тут как бы я не думаю, что здесь огромнейшая карта просто. Нет? Привет, Ваня. Ребята, мы ненадолго. Мы сейчас пойдем в Фазму. Еще максимум, наверное, минут 40. Так. Чувак оттуда передавал инфу. Мне же магнитофон не надо этот включать. Что-то со звук. Что-то поломалось, я не понимаю. Что за звук? Да ладно, это бред. То есть до следующего сохранения мне от нее не избавиться, да? Так. Это плохо. Кафе же вроде бы здесь был, да? Что это такое? Балансировка значений. Чего? 64-22 внизу. Окей. Ага. Закрыто? Окей. Не понимаю. Ага. Иди сюда. Давай. Да господи. Качельки, качельки. Я не знаю, что я делаю, но я что-то делаю. Сейчас начнется. Так, когда щель активна, перемещение в нужную сторону. Боже, это сложно. Да, пипец.
О, господи. Что я сделал? Сэмюэльс, вы живы? Это Рипли. Рипли, Тейла, это Рипли. Мы уже думали, что вы... Я жива. Где вы? Мы сейчас на станции транзита, рядом с госпиталем. Так. Я иду по сюжету, меня. Несмотря на карту. Тут все перекрыто. Сиксоновские андроиды взбесились и убивают людей. Это невозможно. Это абсолютно недопустимо программа. Я видела своими глазами. Похоже, у местных андроидов другая программа. Но это еще не все. Тут какая-то тварь здоровенная. Она... Погодите, не понимаю. Что значит тварь? Неизвестная форма жизни. Какая-то тварь. Инопланетный организм. Он смертельно опасен. Так что вам надо... Немедленно! Тейла ранена. Ее ударило обломком во время перехода. Она спаслась? Сильно. Довольно сильно. Мы не можем уйти. Нужны медикаменты. Ее надо перевязать. А что, Торренс? Передатчик сломан. Я не смог связаться с Верлен. Помощи нет. Черт. Ладно. Иду к вам. Аккуратней там. Не перевели. Неавторизованное соединение. Ожидайте сотрудника компании Сикса. К вам подойдут в ближайшее время. Черт. Нахер. До свидания. Фок. Так, здесь ничего красить не могу. Потрясающе. Ага, он уже там. Пошел нахер. Не хочу тебя знать. Красный глаз. Боже. После этой игры еще надо идти в фазмофобию. Вы че? Так. Говорите, он заскриптован, да? А вот сохранение, кстати. Джиджи, привет. Нет места. А в этих вот переходах мы можем что-нибудь крафтить? Что за игра? Это Alien Isolation. На PC. Так. Да, можно. Электромина. Нихера себе, сколько ты всего просишь. Давай. Не знаю, зачем она нужна. Кстати, она взорвет нахрен этого? Турит забирает, три аккумулятора. Она синтетика может вынести, ребят? Или не может? Подождите, можно сирену выключить?
У нас еще где-то комната была 651. Запрещенная операция. Выбрать. Игра? Да, пипец. Что за лаги? Я, конечно, извиняюсь, но... Выбрать. Ага, запрещенная операция. Окей, допустим. Севастополь. Говорит Нина Тейлор, представитель компании Вейланд Ютани. Подтверждаю прием вашего сообщения. Я буду в команде, которая прилетит к вам за грузом. Стоп, Нина Тейлор, это была с нами? Не, у нас была вроде бы не Нина, но тоже Тейлор. Я вам за грузом довожу до вашего сведения, что самописец Настрома является для нас объектом особой важности. Ага. По требованию корпоративного соглашения вы не должны пытаться получить доступ к находящейся на нем информации, а также сообщить о нем третьим лицам. Сообщать. Далее следует личное сообщение для мистера Уэйтса. Ага. Ну, короче, да, Вейланды те еще козлы. Блин, у меня через раз работает. Это у них компы такие или это мой комп такой? Я не могу не опускаться. Ладно, пофиг. Вроде узнали то, что нужно. Чего больше нету? Ясно. То есть с нами вот этот Тейлор, юрист, она летела, чтобы забрать документ. Ну, конечно. Да, еще сволочь тут закрыта. Окей. Блин, мне казалось, ее не Нина звали. Не знаю, куда я иду. Как в фонарике поменять батарейку принудительно? Не подскажете? Музыка, не делай этого. Что-то тут не так. О, господи, музыка, прекрати. Зажать F? А, спасибо. Я подожду, пока музыка успокоится. Ребят, я люблю музыку, я послушаю до конца альбома. Я думаю, мы в середине альбома примерно. Нахрен. Нахрен. Холмс пиликает. Холмс, что вы делаете? Я играю на скрипке, вы не видите, Ватсон? Мне помогает это думать. Это вы называете игрой? О, пришел, смотри-ка. Я думал, это кошка застряла в трубе. Угу. Мне надо ультимативное оружие против этих чудик. Слушайте, я хочу пробовать. Короче, то есть если я бросаю, ставлю бомбу, да? Потом бросаю шумовой этот датчик.
который их привлекает. А, кстати, он же мне... Стоп, у меня не сделан, по-моему. Граната работает на перемещение? Сейчас почитаем. Что? Как ты это делаешь, засранец? Я не могу вырваться. Это скрип? Да, пипец. Ну ладно, я сохранился. Как вы бесите. Перезарядись. Да почему ты застряла? Да, боже мой. Так, я нашел свой лимит, это о чем такое? Андроиды, да, за молоко работают. Почему она не перезаряжается? Я просто хочу его убить. Она по одной пульке заряжает. Это как? Чувак. Нахер. Центр связи, Сикс. Вход только для сотрудников. Да пошли вы нахер. Где эта самая штука, ребят? Игра, я знаю. Не говорите мне. Игра не про это, да. Отвали от меня, козлина. Где эта штука, в которую можно залечь, чтобы... Они же успокоятся? Или не очень? А электрогранат, наверное, просто его вырубает на время, да? Вот козлина. Ну, конечно. Везде, где бы я ни находился. Блин, ну карту не хочется открывать, ну да ладно. Наверное, в такие моменты карта нужна. Так, где наша карта? М? И? Ага. Так. Здесь можно что-то вырубить, правильно? Здесь у нас сохранение. Или это закрытая дверь? Это закрытая дверь, по-моему. Тишина, да. Точки интереса. Пройти центр связи и спастись. То есть мне надо отсюда сваливать просто-напросто. Бежать сюда.
Это легко. Мы же не ищем легких путей, правильно? Стойте, а здесь... А, ну да, здесь показано, что оно закрыто. Но есть что-то еще. Это этот комп был показан? Или это вот эти вот лазы? Лазы, наверное. Так, но мы идем вообще в другую сторону. Нам, видно, сюда нужно. Так, стоп. Ага, мы узнали, кто чего, да? Интересно, а можно почитать про них? Нет. Так, ребят, я на секундочку буквально отойду. Сейчас я вернусь. Так, F зажать. Да, точно, меняет. Отлично. Я говорил про карту. Я не буду смотреть на карту. Угу, конечно. Так. Чувак здесь ходил один, я помню. Я так понял, что здесь в ящиках не спрятаться, да? Они все равно находят. А можно ее отрубить? По-моему, нет, да? Нет. Так, тут ящик есть где-то. Мне все равно через них надо идти. Запись, о чем ты? Нет. Блин, тут света дофига. Чувствую, чужой там тоже с ума сходит. Просто лечи, Марина.
иди в жопу. Как мне их обойти? Надо шумовуху бросить. Почему мне не показывают его на датчике? Или их не показывают на датчике? Don't understand. Так. Здесь я не пройду. Здесь я тоже не пройду. Что делать? Блин. Стрелять они сбегутся. Ну я хз. Можно я обращусь к ближайшему андроиду, чтобы вы свалили отсюда? А можно сзади напасть? Стоп, он свалил? Про что игра? Куда-то вот сюда. Просим посетителей зарегистрироваться. Здорово. Просим посетителей зарегистрироваться. Ха! Не ожидали? Ха! Про что игра, Вань? А ты смотрел серию «Чужих»? Помнишь первую часть «Чужие»? Игра начинается с того, что нам напоминают последнюю запись с корабля Ностромы. Один выживший, Эллен Рипли. Все остальные члены экипажа погибли. Были атакованы неизвестным существом. Корабль был взорван. Проходит 15 лет, появляется информация. Что ты такой нервный? Так, я все правильно, да, делаю? Нам надо вот сюда. Вот, и, короче, появляется инфа, что нашли... как его называют? Ящик, черный ящик с Ностромы на станции Севастополь. И сюда вылетает команда, отправлена теми же людьми, что, собственно, насолили в первой части, чтобы вывести этого чужого. И отправляют дочку Эллен Рипли. Кстати, а как ее зовут? А? Эшли? Анаис? Анжелика? Я уже не помню. Или Анна? Не помню, как ее зовут. Так, блин, ну мне надо как-то выйти, а они мне мешают. А, они ж меня не могут отсюда забрать, правильно? Я могу выглядывать вот так вот. Так, куда мне идти? Вот сюда. Это Ц1.
центр связи. Вот это я зря нажал. Я путаюсь. Я сейчас смотрю в ту сторону. Мне нужно вот сюда. Правильно? И наверх, по-моему, или в лифт. А, я не помню. Фок. Мне страшно. Вот, и мы прилетели на станцию, а тут полный бардак. Чужой ходит, андроиды сбунтовались. Так, а вот здесь уже будет чужой, наверное. Так, да, мне сюда. Только бы чужой не напал. Есть ощущение, что здесь дядька ходит. Так, стоп. А, ну все правильно. Дядька здесь был наверху. Сюда не пройти? А! А если не пройду, надо по кругу пройти. Или пройду? Жесть. Перерыва смотрю. На эту карту. Сохранение. Да. Я на картонах буду ходить, я боюсь.
Блин, это же карта. Ой, этот самый. Камера. Блин, это мне еще по кругу все это пройти. О. Так, ты ко мне спиной. Да, пипец. Можно выбраться? Нет. Ну, прощайте. Они вдвоем здесь. Как мне их обойти? У меня нету нужного ионного резака. Отлично, сам себе под ноги бросил. Здравствуйте. Короче, надо перегружаться, наверное. Да я понял. Ищи. Прекращай поиски. А я могу обратно их забрать, эти штуки? Или все, они уже израсходованы? Они вдвоем там шляют. И один здесь. Ну вот как мне их обойти? Без резака. Вывести на себя и оббежать как-то, но я не знаю. Чужой на них не нападает. Ну, пипец. Ну, сори. Могу тише сделать. Он просто стоит на выходе. Ну, блин, игра. Этот ходит. Ой, я ломаю игру. Короче, гоу. Что-то тут не так. Задрали. Отвалить от меня. Я вас вертел. Ну или почти вертел. Да ты... До свидания.
Окей. Так, а мы все-таки дойдем туда, я думаю. До фазмофобии. Сколько осталось? Полчасика? Нормально. Я сегодня вообще не стримил практически. Так, давай посмотрим, как я побегу. Так, этого я могу вызвать, но он пройдет мимо меня. А, он уходит. Великолепно. Мне нравится. Здрасте. Так. Потихонечку, потихонечку. Что, побежим? Сюда. Аполло и андроиды Сиксон вместе работают на благо станции Севастополь. Так. Да, пипец. Свидание. Так, мне, может, возможно, эта дверь нужна? Да, она закрыта, но пофиг. Стоп, я смотрю сюда, мне нужно... Ну да, мне нужно вот сюда. Короче, сваливаем и идем в фазмофобию. Фу! Нравится, нравится. Я уж даже не горю, что они соскриптованы. К черту. Кино пошло, кино. Дайте сохраниться, ребят. Бля, он же здесь ходит у меня, помните? Он отсюда вылазит из этой дырки. В жопу. Я хочу сохраниться. Я помню сохранение внизу.
Ранение было внизу. В смысле? Тут все закрыто. Да вы гоните. Я в ту сторону пошел? А, вон туда. Так, нам нужен научная лаборатория, наверное, там будет резак. Короче, сохраняемся, ребят. Фу. Все, мы сохранились. Спасибо, ребят, кто зашел сегодня. Кто помогал. Ну-ка, без паники. Без паники. Прорвемся. Прорвемся, да-да-да. Не знаю, кто ты. Мы с тобой разберемся потом. Уважайте других пассажиров. Не мусорите в вагонах. Да, через сколько? Через 25 минут? Ну, пока настроимся, пока то все. Фазмофобия через минут 40, час макс. Так что приходите. Он вас съест. Не, к черту. Спасибо, ребят. До скорого включения.